и что? А мы желаем всем спокойной ночи. Всем доброго вечера. Мы вам пожелаем спокойной ночки. Мои уже все угомонились. Все дружно спать-то завалились, да? Ну, Пусечка, конечно, внизу ложится. Пусть, скажи, мне жарко наверху. А Донечка вообще уползла под кровать. Там ей лучше почивать. А эти свои порядки тут наведут и дрыхают, да? Все, свадебный процесс закончен. Можно в безопасности всем спать. Ой, ну а фейка, как обычно, вам желает всем вот такого балдежного сна, да? Лопаточки свои выставить наверх. Такая маленькая балдежница. Изгибнется так, что кажется, божечки-сапожечки, ну это ж так неудобно. Она говорит, ну если ж сплю, значит удобно. Да? Милота лапками подрыгивает. Вот такая вот смешная. Букашка-чебурашка. Ой, лопаточка. Милоська у нас раньше закапывалась, теперь у нас Вигуська закапывается. А Милоська на подушке почивать изволит. Да? Чудо наше маленькое. Деток вырастила, накормила, напоила. Да. А ты пузико мне даешь, чтобы я тебе погладила пузяку, да, такую. Ой, красавица наша. Наша красотка тоже всем желает спокойной ночи. Да, мы все. И Кисулька там в уголочке. А днем ругаются прямо. А это вся прямо в неге млеет. А ну что за ребенок такой? Нежнятина, прям нежнятина. А расцветка коровятина, да? А этот? Да, Колесик, скажи, столько дней не пускали меня. Не пускали в спаленку спать. Обижался я, скажи, да? Ну все, видишь, теперь пускаем. Даже на всю ночь пускаем. Да, вот, 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 вот он, ребенок. Обижался, понять не мог. Ну что ж за такое-то? Ну и мы все... Ай, Кисулька перешла. Ну и мы всем желаем доброй ночи, сладких снов. И вот так вот удобно примоститься, да? Ай, все балдеют, все отдыхают. Все вам добрых снов желаю.